Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7100 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке?
помилуй. Вакака Акада, госпожа и хозяйка Уэстбрук. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Говорят, в Хейвуде новая душа. Я Себастьян Ибарра. Меня называют Падре. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Мой юрист тебя обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел.
Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, эй! Он был в самом Дел, конце чего? Очереди! Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Деламейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Слушай, ты, мне нужен Деламейн. Канал коммуникации открыт. Ваша личность установлена на основе сканирования черт лица. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после происшествия номер 77111010096. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после происшествия номер 7711. Авто покорежено, мое сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Деламейном. Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что, блатной? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. Здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумал включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети Деламейн пока не установлена. Моя рабочая версия заражена мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Thank you.
обработка данных. Пожалуйста, подождите. Посмотрим, кто кого раздавит. Оставь меня! Out in the wrong street, bunch of motherfucking warriors versus us.
Связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения. Хорошо. Меня зовут мистер Кэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство — честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Месте был потерян контакт с транспортом. Хорошо, буду искать. По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Я тебя перезагружу, а то Деламе тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а то, кстати, уже съели. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Пока ты сам принял решение. Его! У меня для тебя есть сюрприз. Довольно с нас тюрьмы и стали и кожи! 4. Повеселимся! Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Освободим Бога страница из машины!
на это клюнешь. Короче, хватит. Я тебе ничего плохого не сделаю. Убить его! У меня для тебя есть сюрприз. Довольно с нас тюрьмы и стали, и кожи! Я здесь живу! Короче, хватит. Хватит! Подожди! Убить его! Довольно с нас, тюрьмы! Стали кожи! Короче, хватит. Я тебе ничего плохого не знаю. Убить его! У меня для тебя есть сюрприз. Довольно с нас, тюрьмы и стали, и Короче, хватит. Хватит со мной шутить! Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Итак, как сделать из слюнтяя машину для убийства? Страница 70. Ага. Итак, машины для убийства. Загляните поближе в свои черные сердца и скажите, что вы там видите. Хотя не надо. Я и так сделаю ответ. Внутренняя истина! Слюнтяев. Ну все, время уничтожено. Слишком далеко.
Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Достаточно. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот это была самая чокнутая машина. Давай, да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже будет.
но...
вас осмотреться. Где-то в этой точке был пройден контакт. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать. Хорошо. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Спасибо. Буду искать. Это невыносимо. Я так больше не могу. Что невыносимо? Пожалуйста. Это все. Город, пробки, толпы — это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань, в гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. И растений погибли за считанные минуты. Вы можете сесть внутрь. Всех, только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Сетевой дозор предупреждает, что без наблюдения находящиеся в Пусане эскины со временем могут стать агрессивными. Корпорация Арасака уже возложила ответственность за кризис на Милитех, сотрудники которого бомбили Пусан. Президент новых Соединенных Штатов Америки Розалинд Майерс отказалась от комментариев. Тем временем в Европе правительство по Дании в очередной раз проводит кампанию против черных археологов, ведущих нелегальные раскопки на территории Венеции. В последней стычке погибли семеро карабинеров и четверо грабителей. В руинах города, скрытого в Адриатическом море, осталось много бесценных произведений искусства. И спрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителей. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет 1/3 ВВП по Дании. Большинство украденных произведений искусства вывезено на частные орбитальные станции, что затрудняет их возвращение. И дальше на запад. Швейцария к 2080 году станет первым государством, которое полностью автоматизирует свою армию. Уже сейчас 90% швейцарских войск — киборги, дроны и автоматизированный транспорт. Оставшиеся 10% — офицерский состав. Именно их обязанности примет на себя СВС Патч, являющаяся полностью автоматизированной системой командования. Как говорится в официальном сообщении правительства, отныне мы действительно нейтральная страна. СВС Патчем будет охранять наши границы, но ни при каких условиях не выставит Швейцарию агрессором. Это все на сегодня. Спасибо, до встречи в новом выпуске.
Наконец-то. Здесь я буду среди себе подобных. Ну, нормально ж доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Калбей секрет! Осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Даламе. Хорошо. Да нет, просто перезагрузить. Значит, придется обнулить себя самому. Эй, эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Зачем? Зачем себя разрушать? Потому что я несчастная машина в мире людей. Потому что я урод. У меня нет перспектив. И всякое хульганье на улице меня третирует. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию, не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Даламейну, вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Даламейн меня ненавидит. Кругом полный пиздец. Ха, страдаешь, потому что папочка тебя не любит? Ну ты и сука. Ты понимаешь, о чем я. Был бы Даламейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас и не вспомнил. Может, ты и прав. Я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять.
Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения.